Общий объем торговли услугами в Китае за первые 8 месяцев этого года составил почти 5 триллионов юаней. Это данные Министерства коммерции КНР. Показатель увеличился более чем на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидирует индустрия туризма и путешествий. Объем торговли в этом секторе вырос на 45%, а выручка превысила 1 300 000 000 юаней.